Всем привет, с вами канал Букстрайк. И да, как некоторым, наверное, завтра в школу, как мне, я решил сегодня снять видео для вас. Сегодня я поиграю на топовом сервере. IP-пор будет в описании. Сервер топовый, очень. Я скажу даже, какие у меня тут. Тут вы можете купить вот такую вот броню бога с нагрудником. Можете купить нагрудник Санты, проклятие на себя, наложить вампира, кирку, ломающую, как ГМ. Это все стоит. Проклятие вампир 3 миллиона. Нагрудник Санты 35 миллионов. Броня бога 25 миллионов. Кирка ломающая блоки как ГМ 8 миллионов игровых денег. Деньги вы можете заработать, ограбляя банк, на ежедневных бонусах или на кликере. Ну, можно еще продавать вещи с пупчику. Открой дверь. Антигриферы тут вообще никуда не смотрят, так что скоро стану антигрифером тут и буду следить за сервером. Антигрифер тут, в принципе, не смотрит за сервером. Так как он не смотрит, я буду смотреть за сервером. Умазанный. Можно продавать скупщику вещи. Можно открыть кит-рулетку за 15 тысяч. Сыграть крестики-нолики, царь горы. Открыть шкатулки, попробовать выиграть привилегию какую-нибудь. Ну это все ерунда. Тут никогда не выиграешь командой хак. Видишь, вы не выиграли администратора. Ваше число... Бла-бла-бла. Короче, невозможно. Вот тут вот такой вот так делают. Ой-ой-ой-ой, лагнуло. Тут есть баг с батутом, что иногда космос может вас запустить. Немного бесит. Все привилегии вы можете купить на сайте bodmini.p.ru. Да, что-то IP я сейчас скажу, пока я лечу. bmp.ru, порт 19.13.8. Так, как-то долго я падаю. Такой вот мой нелюбимый баг. Когда я упаду? Куда идти? Куда лететь? Не... Есть команда, чтобы попасть в тюрьму. Это как-то... GL. Наворчал. И я вот такая вот тюрьма. Я выбраться смогу, потому что меня не садили за ограбление банка. Я просто телепортнулся сюда. Покажу даже способ сбежать. Вот так. Вы можете там туда падаете, там тоже ломаете под собой. И все, считай, вы сбежали. Я просто лишь пишу легко. ТТТ, это значит крестики, нолики, телепортнуться. Вот, есть паркур. Если вы хороший паркурист, вы можете попробовать пройти паркур. ПРК. А, еще автораздача будет на спавне. И пропишите просто команду дроп. Вот, ай, паркур. Я еще просто при зарядке играю, мне неудобно паркурить. Рука просто сильно. Куда? Так. Вот так вот паркур. Не такой уж маленький тут. Я... Ай! Да тихо! В принципе, я при зарядке играю, мне неудобно играть. И вот.
вот биомы, где вы можете дома строить. Лето, зима, место, чего, место. Чё, да хватит мне лук. Чтобы попасть в банк, пишите команду варбанк. Место, не знаю такого. Тут можно копить дополнительную жизнь. Макс КП, это вам дается. Если вы не хотите, чтобы вас убивали гриферы, советую броню Санты за 35 миллионов. Можно события, если кто-нибудь создал, можно телепортнуться с помощью команды ЕВТП. Я в этот раз купил дом за миллион и продал его за миллион. За миллион 400. Вот тут магазик такой, вот кирка за 8 миллионов тут. Броня бога за 20 миллионов. Цена не указана, но как вы стукнете. О, бирка удачи. Ну, тут бывает баг. Удалено было. Вот да что за ерунда? Какой золотой топор? Я вам что, ну? Наковальня за 10 золота, вы можете любую вещь тут починить себе. Например, хочу починить топор, но у меня нет 10 железа. Напишите мне в комментариях, как правильно приватить дом. Буду очень рад, если вы мне покажете. Снутри или снаружи, или хотя бы напишите в комментариях. Оставите ссылку на видео, снимите видео, потом ссылочку оставите, когда будет готово, и чтоб я знал, кто мне там поможет, тому я того я пропиарю, и хотя пиар у меня не работает, ну подпишусь, на сервере скину 2 миллиона ровно 2 миллиона или 1 миллион, смотря сколько у меня еще будет, столько я вам скину. А если вы просто без награды хотите, то это уж ваше решение. Да, тут эффекты, можно размер сделать себе гигантский, например. Протекалы иногда доступны. Вы используете команду CX2. Я гигант. О, какой гигант я. Да, у меня вампир сейчас стоит, потому что я покупал себе вампира. Ночью у меня появляется сила, а днем я буду гореть. Ну, в принципе, можно испытать себя в роли зомбарей. Ну, это не так, как зомби. Просто один раз погорите, потом через несколько, если вы не спрячетесь, там, как бы вспыхните. Вот автошахта иногда будет доступна. Вот три шкатулки, игра. Поиграть деньги. Вот, например, я хочу попробовать. В третьей шкатулке я не угадал. Ну, сейчас я хочу заглянуть. И вы уже угадали. Пробуйте после перезапуска сервера. Капец вообще. Вот, так, проклятие начало действовать. Случайное зачарование тут есть. Вот. Которое взрывается. Она, блин, взрывалась, меня спасала. Так, посмотрим. Тут можно события создать командой ЕВ. Стоимость всего 5000. Девять умножить на 2.
15. Ну, в принципе, пусть кто-нибудь. О, выиграл в чат игре. Тут еще вот чат игры. Иногда очищается мусор с сервера. Есть ад, чтобы там блоки какие-нибудь такие. Получи самые топовые вещи. Это у меня уже есть. Вон же шлем, ботинки. Это батут он подбрасывает. Вот это эндер лечит. А тут у вас протекалы такие появляются, лавы. Протекалы иногда доступны, вы можете купить их за 300. Но учтите, это ненадолго, если что. Царь горы есть. Ну, тут могут вас загрифелить, осторожно. Тут некоторые не понимают, что это просто так. И просто любят там погрифелить. И, в принципе, еще. Есть вот... А, есть лабиринт. Есть лабиринт. Ой, сейчас я... О, боже. И скажите мне, снимать мне видео с вебкой, когда мне удобно будет, или без вебки. Как-нибудь... Ай, ладно. Я отключу зарядку, потому что мне уже неудобно с ним играть. Вот, в принципе, сейчас... В принципе, что сейчас показывать, я все, по-моему, объяснил. Сейчас мы будем пробовать паркур проходить. Паркур. Если лишние звуки слышны, это извините. Это, блин, мой брат старший слушает тут твои песни, блин. Да. Ну, без потери вещей его умирать. Только на этом сервере полно гриферов. Мы еле как наш советую для новичков строить дома под землей. Если вы не знаете, как приват делать, советую под землей строить дом. А, есть привилегии ютубера, но я куплю антигрифер. Серверу, потому что тут есть антигрифер, но он не следит. Я буду следить, но это меня бесит. Эти гриферы, плюс у него сохраняется весь. Кто грифер? Игрок-вампир. Ну, вот такой вот паркур такой. И еще до скольки мне минут снимать? Сейчас я в данный момент снимаю только 14:50. Вот так воздух нажал, дальше вот так идет. Вот так. Ничего не упал. Дальше вот так. Так. И, блин, упал. Ну, как видите, там вы не сможете сохраниться, только упали и все заново вам проходить. Хорошо тем, что без потери вещей. Команду на топор деревянный можете не писать. Обычный тоже сходится. Скрафченный. Да, еще простите, что видео не выходило. Так. Не выходило. Хотя обещал каждый день снимать. Первое. Были проблемы с записью, с памятью. Хотел записать, не получилось. Второе, мне помешали, было плохое настроение, достали грифер. Да хватит материться, Сергей, блин. Так, и чё? А, редстоун ещё такой, редстоунный блок, он как бы у вас откидывается, блин. Ну чё, в принципе. Иногда вы можете получить удочки такие, которые можно, не ходя в магазин. С вами был канал Бокстрайк, всем